Так. Съездили мы на эвакуаторе в Сыктывкар. У меня горел, значит, значок лампы горела ЕСП, горел значок этой пилы, горел чек. Короче, вы не поверите, но дело было в грязи, как мне сказали, да? Это капец. Грязь на колесах. Короче, все нормально, помыли и все отлично. Я не знаю теперь, как ездить на этой машине, если она боится грязи. Автомобиль Renault Duster. В салоне мне сказали, что автомобиль не предназначен для таких дорог. Я не знаю, как ездить. По асфальту ездить только на ней. И что? Еще и по сухой дороге.